можно делать бег, да, у кого позволяет бегать, как мы делали во время бега, правым боком, левым боком, разминаемся спиной вокруг, да, прямые ноги вперед, прямые ноги назад, это все можно делать на месте, колени, захлест, стопы вовнутрь, стопы наружу, и переходим на кисти шеи, на шаг перешли и начинаем разминку. Здесь можете фантазировать вначале, как хотите, да, на пробежечке. Переходим на ноги, да, то есть как бы на растяжку. Первая стопа прижата сначала, 10 переходов. Можно держаться, можно не держаться, 10 переходов. Носочек вверх, то же самое, 10 переходов. 10 раз. Дальше. Классическая бабочка по 10. Беремся за стопы, наклончики по 10, то же самое, тянемся вперед. В конце не забываем прижиматься чуть-чуть, прижались чуть, зафиксировали чуть, подержались 5 секунд. Левая нога впереди, правый угол, пошли вперед наклоны, то же самое, 10 раз к ноге, прижались, на 10 раз. 10 раз по центру, прижались на 10 раз, 10 раз к колену, прижались. На спину легли, 10 секунд полежали, стопу вот эту прижали, колено, то есть бедро, поменяли, то же самое, право впереди, левый угол, пошли опять, 10 раз наклоны, прижались, 10 раз стопе, наклоны, на стопе по центру, прижались, 10 раз колено, наклоны, сюда, прижались, опять же на спину ложимся. Левая ножка впереди, сверху закинули, носочек на себя, 10 наклонов, прижались, то же самое здесь, 10 наклонов, сюда вниз, прижались, ноги пошире, сразу максимально расставляем, и пошли наклончики, 10 к левой ноге, прижались, 10 к правой ноге, прижались. 10 по центру, прижались, держимся за стопы, ложим грудь вниз, две ноги вместе, носочки на себя, то же самое, 10 наклонов и прижаться, в конце подержать, вот здесь колени согнуты, сделали, изнутри, не путаем, левой рукой, обхватили грудью вниз, сюда, вниз. 10 раз наклоны делаем и на 10 прижимаемся грудью, не надо выгибаться, вот ровненько сюда. То же самое здесь. Сжались 10 раз, на 10 прижимаемся на 10 секунд. 10 повторений.